У меня был реальный случай, когда мне девочка HR сказала: «Я тебе дам тестовое задание, я ничего в дизайне не понимаю, но мне надо просто понять, подходишь ты нам или нет». И вот я не знаю, я до сих пор не знаю, как мне ее убедить. Ну, просто как бы смотрите мое портфолио, и я мамой клянусь, не катит. Вот что вы посоветуете таким людям говорить? Как их убеждать, что я могу-то действительно? Мне вот в приеме на работу очень нравится метафора брака. Ну, типа вот приходите вы на свидание, и говорите, я, например, бухгалтер, или я дизайнер. Человек говорит: ой, я в дизайне ничего не понимаю, это вы херней какой-то там своей занимаете, фигма, шмигма, настоящие дизайнеры рисуют в пейнте, вообще я не знаю, я криптовалютой торгую, а дизайн ваш — это говно. И вопрос в данной ситуации — это как убедить человека, что ему нужно с вами, например, встречаться? И ответ кажется мне очевидным. Сука, никак, ну просто, блядь, иди отсюда. Нет. И мне кажется, что то, о чем вы сейчас рассказали, это ужасная трагедия для компании, которая нанимает дизайнеров силами HR, который совершенно не разбирается. Окей, а почему они завхоза не поставили нанимать дизайнеров? Ну типа, кому лучше от того, что человек, который не разбирается в дизайне, собеседует дизайнеров? И может быть гипотеза в том, это одна из версий, что не стоит именно вот с этими, потому что есть же много разных компаний, которым нужны дизайнеры, где дизайнеры смотрят дизайнеров. Та же студия Лебедева, я знаю точно, что все дизайнерские портфолио смотрит Тёма. Вот просто факт жизни. Все. 1000 пришло, 1000 отсмотрел. И он лично сам. Может быть, типа портфолио не понравилось, но это уже другой вопрос. Но если вы хотите поговорить с дизайнером, попробуйте другую фирму. Это одно. Но есть другой, чисто переговорческий элемент. Смотрите, если передо мной… Вот прям классный кейс. Вот HR. Она говорит: мне нужно понять, подходите вы нам или нет. Вопрос. Ой, здорово, я очень хочу вот помочь вам в этом. Расскажите, а как вы, по каким параметрам вы будете это определять? И человек скажет: ну вот, вы должны выполнить домашнее тестовое задание, у вас должно быть в портфолио опыт фигми, шмигми и хренигми. Да, вот, смотрите, вот я вам сделала это, вот портфолио, шмигма, фигма, шмигма, хренигма. Все, супер, спасибо, я все галочки поставила, классно, давайте. То есть у человека что же задача? Он тоже живой человек. Думаете, это ей вот это вот надо? Вот дизайнеры, шмизайнеры. У нее там 1000 продавцов нужно нанять за сегодня там, или за завтра. У нее тоже своих дел до хрена. И если мы реально поймем задачи этого человека, вот что ему надо сейчас с его точки зрения, шансы на то, что мы дальше с ним пойдем дальше в компанию, и он нас будет дальше представлять, они резко растут. Но вот тут самое ключевое слово – это слово «убедить». Потому что когда мы говорим себе, я должен его убедить, это означает, у меня есть мое мнение, у него есть его мнение, мне нужно его мнение трансформировать в свое, понимаете? Да? А нам нужно наоборот, нужно понять, что у него за мнение, и дать ему в его мнение то, что ему надо, ну или, по крайней мере, то, что он ищет. Ну и в случае с HR, как правило, это ей нужно галочки заполнить все, все, проставить все галочки. И дальше, когда галочки стоят, еще же такой есть нюанс, ты открываешь вакансию дизайнера и говоришь, нам нужны люди с опытом в фигме. Тебе 900 человек откликается, 800 из них без опыта в фигме. Понимаете, да? Это не шутка, это так и есть. Просто 800 человек без опыта в фигме. И ей нужно отсортировать эти 800. Это ее работа. Поэтому если она говорит, подходите вы нам или нет, спросите, по каким параметрам. Все, и дальше все галочки проставить и пойти дальше на этап дизайнера, который будет уже вас смотреть по сути.